Привет всем, с вами Лёша, и сегодня мы начинаем выживание Майнкрафт. А именно, это не обычная версия, здесь есть моды. Вот, как вы видите, первый мод тут книга, он добавляет животных. Вот книга о животных, называется он Alex Mobs, этот моб. Там я уже видел где-то... Вон там медведь, видите, да? Еще появился в каком-то деревянной роще. Березовый. Во, медведь! Медведь гризли. Я не знаю точно, но вроде если к нему подойти, то он начнет очень сильно атаковать, понимаете? Особенно если вы начнете его бить, то он побежит. Вот, смотрите, там еще есть еноты. Ха-ха, нифига себе, прикольно. Но медведь полюбас будет меня бить, я боюсь, и скорее всего я сразу же умру, я не хочу умирать. Вон, смотрите, там енотики бегают. Еноты, не знаю, атакуют или нет. Смотрит на меня. Ладно, давайте... Вообще, поначалу надо, как всегда... Ой, это кто, ворона? Не, ну слушайте, здесь по... Вот то, что уже вот, животные разнообразные, это, конечно, уже круто, но... Просто многие вот играют в Майнкрафт, да, и, наверное, уже всем надоело вот это вот свинья, корова, да, лошадь, да, свинья, корова, лошадь. А тут, как вариант, смотрите, я хочу забраться наверх и вообще, ну, вначале осмотреться, где я, что я и куда я вообще попал. Я попал в какой-то... Кстати, тут есть интересная карта. Наверное, есть, надо искать, ладно, потом уже посмотрю. Я вообще в лесу не особо-то люблю как бы, жить, я люблю где более просторные такие места, понимаете, да. А тут везде лес, и как бы где мне дом строить, это очень тяжело понять. Ой, как я заспавнился в самом неудачном, ну для меня. По крайней мере, конечно, лес это хорошо, да, ну дерево всегда, но блин, понимаете, если уж искать место для дома, то лучше рядом с каким-нибудь озером красивым, и там, ну и если деревья нужны будут, то просто рядом, чтобы был там, допустим, лес, потом с другой стороны было море там или что. Ну и чтобы было ей так интересно. И гора какая-нибудь, где там тоже... Так, стойте, там осенний биом, походу, да? Да. Смотрите, я осенний биом нашел. Давайте сбегаем туда. Вообще тут еще очень много других модов. Я точно не знаю. Да, смотрите, его носим. Прикольно, прикольно. Я уже куда-то... Убежал непонятно куда. Хотя теперь животных вообще нет. Мне бы желательно где-то уже построить домик, потому что, ну, как вы понимаете, я уже очень далеко ушел. Вот, кстати, озеро, про которое я говорил. Может, как вариант здесь начать развиваться. Что за крест непонятный какой-то. Давайте еще смотрите, вон коровы бегают. В принципе, как вариант... Так, может, подвинешься? Ну, я даже не знаю. Точки. Коровы. Кстати, коров надо будет убивать, чтобы... Ну, или приручать их. Чтобы была еда. Вон вороны летают. Окей. Ладно, вот слушайте, в принципе, вот эти вот цветы тоже с какого-то мода, я не знаю, что это. Давайте я это возьму. Silent Games. Вроде бы, я точно не знаю, но этот мод позволяет выращивать какие-то руды, что ли, или что-то, я не знаю. Тут, короче, в этом разбираться надо. Я вообще не понимаю, что этот мод, но он вроде как что-то там выращивает, это не точно, вон, видите, там синие цветы, зеленые, белый какой-то цветок еще. Ладно, что я бегаю, цветы собираю, сейчас если ночь наступит, меня же
Съедят. Смотрите, я нашел семена пушноцвета. Что за пушноцвет? Блин, здесь, конечно, не очень, но в принципе, вот я еще просто никакой здесь пещеры не вижу. Ну, чтобы должна же все равно какая-то сгенерироваться была. Поближе, чтобы в шахту. Я не люблю. В последнее время я не очень люблю шахты выкапывать именно саморучно, понимаете, да? Проще найти эту яму какую-нибудь и туда спуститься, или там ресурсы все собрать, понимаете? Ну вот это немножко печально, что здесь вообще ничего нету. Вообще мне место вроде как нравится. Может быть, надо еще дальше пробежать. Ладно, давайте я уже. Тут вода есть, в принципе, рядом дерево много. Что нам еще нужно для того, чтобы поживать? Я думаю, пещеру найду. Вон там уже гравий какой-то. А, в принципе, давайте надо это дерево собрать. Да, дерево, конечно же, у нас собирается, как обычно, да? Никакого здесь мода нету на. Ой, извиняюсь, не знаю, какой-то провал был. А мода нет на три капитатора. Ну, сейчас сборочки делают уже непонятно. А как-то по-другому, что ли, раньше. Вот я заметил, раньше постоянно в сборке пихали всякие там, ну, индустриальные моды. А сейчас такое уже в 21 году. Это вообще редко встретить, чтобы найти индустриальную сборку. Я вот скачал, сразу скажу, здесь где-то 50 модов, что ли. Ну, к сожалению, мой компьютер не может там выдерживать по 200 модов или там по 100 модов. Там, давайте еще это дерево соберу. Вообще, я думаю, прям тут сейчас начать немножко обустраиваться. Надо дом поставить какой-то. Ну, такой вот первоначальный, понимаете, да? И я тут подумал, что, наверное, все-таки шахты, даже не знаю, что делать. Ну, блин, шахта. Я не хочу, по идее, свою шахту делать. Прям до последнего. Ладно, сейчас соберем еще это дерево. Дерево, конечно, нужно поначалу очень много. Так что лучше собрать хотя бы штук 30, что ли. Так, отлично, эти сейчас все исчезнут. Так, яблоко, кстати, это хорошо. А, это хорошо, потому что яблоко это хорошо, понимаете, это еда, да, палки даже падают, смотрите. Прикольно, прикольно. Так, ну, дерево все в доски. И я думаю, мне для начала хватит. А, это что такое? А, тут есть. Смотрите, сразу видим, тут еще мод на собачек. Это тоже прикольно, прикольно. Так, ну конечно же, поначалу ставим верстак. А, слушайте, у меня тут. А, нет, деревья очень кривые, да? У меня просто небольшая идея сразу пришла, что. Так, идет листья непонятно. Дом вот буду ставить, и вот прям между двумя этими деревьями, как вариант. Давайте верстак поставлю. Так, что нам нужно сделать? Нам, во-первых, нужно лучше желательно в первой серии сделать дом, потому что давайте я сделаю. Так, палки у меня есть, да? Конечно, я делаю кирку и сделаем топор, потому что рубить руками, ну, тоже такое, понимаете, да? И, наверное, лопата еще нужна будет. Или лопату не надо. Ладно, у меня уже палок нету. А нет, хотя вот, кстати, палки еще. Вот еще яблоко упало. Уже вечер. И что-то пока я тут болтал, мне уже страшно, потому что. Я не знаю. Давайте я все-таки, да, сделаю какой-то себе импровизированный такой дом. Так, вот здесь доски поставим, быстро сейчас сообразим. Да, домик будет не такой большой, но я думаю, типа для начала пойдет, понимаете, да? Не знаю, почему мне вот понравилось между такими деревьями. Такие пусть будет, только деревья, скорее всего, придется как-то
я не знаю. Так, дом, конечно же, делать побольше. Вот такой вот. Так. И, конечно же, нам дверь обязательно надо сделать. Сейчас уже... Просто я боюсь, что сейчас на меня уже будет зомби нападать. И надо меч, кстати, да, надо меч сделать. Блин, я даже еще камень не накопал. Потому что с деревянным мечом будет, наверное, очень тяжело, нет? Как вы думаете? У меня нет ни одного факела, но я же могу сделать... Ага, чтобы сделать уголь, который древесный, да, нужно, во-первых, дерево добыть. Во-вторых, нужно где-то камень найти. Ладно, давайте вон там я сейчас бегаю. Коровы. Я боюсь, что сейчас наступил вечер, и у меня света нет. И, типа, хоть крипер сразу появится. И это вообще печаль, понимаете, да? А там, кстати, камень вроде есть, нет? А, нет, это не камень, это мрамор, что ли, как его называют. Серый такой, я забыл название. Ладно, добываем дерево. Сейчас нужно еще камни, чтобы печку сделать первую. Или же найти просто... Ага, вот пришли дружки, а я меч не сделал. Меч я не сделал. Так. Ну, привет. Так, у кого атака-то больше? Топора, кстати, 7 урон. Топором можно обороняться. Неплохо. 20 хитпоинтов, плюс еще броня 2 у зомби. Слушайте, тут что еще мод на зомби стоит? Ну, я имею в виду, что... Ну, ладно, я думаю, тут, в принципе, не так страшно. Главное, чтобы крипер не появился. Не сломал мой дом. Ой, смотрите, тут кристалл души какой-то падает. Я не знаю, что это. Так, я хочу все-таки сходить за... Там какая-то муха летает, смотрите. Или что это, кто это? Интересно, она атакует? Дождь пошел. Кто это? Муха? Это реально муха? А, что за... Почему такая гигантская? Ну, вообще-то да, в Майнкрафте она так и будет выглядеть. Ну, в принципе, даже она... Ну, она слишком большая, нет? Мухи же, они все-таки, если даже сравнивать, допустим, к примеру, как с реальностью. Ну, вот Стив, да, он... Ну, с размером зомби, да? Ой! Здрасте! Скелет, это очень плохо. Да, я только сожрал. Блин, надо было какое-то оборонительное сооружение реально построить. Что-то, слушайте, поначалу уже... Вот я дом не построил. Лучше бы я домик себе поставил. Вот как мне сейчас от этого скелета... У меня топор закончился! Нет, бежим, бежим, бежим. Я сейчас умру. Надо бежать срочно. Надо сделать меч. Было... Я пожадничал. Лучше хотя бы деревянным бегал. Так. И надо было... Тут, кстати, вроде можно помечать точку своего дома. Надо было... Я боюсь скелета. Около своего дома, блин, тут живу и боюсь скелета. Так, ну что у нас? Блин, ночь это вообще самое опасное. Надо до верстака добежать и сделать меч срочно. Или давайте я здесь... Просто знаете, что сейчас самое страшное может случиться? Я сейчас дойду от дома и... Блин, еды уже нет. И здесь появится второй скелет, и он меня убьет, скорее всего. И мне потом придется сюда пешадралом идти. Кстати, скелет куда-то пропал. Непонятно куда. Вот дружочек пришел, как только я дом построил, начал строить. Вон там уже один зеленый. Криперок. Ну, прям рядом с моим домом, кстати. Иди-ка сюда. Ты ничего, мой дом хочешь взорвать? И куча зомби. Знаете что, я тут подумал, нужно срочно камень накопать. Что-то я пока... О, господи, нет. Нет! Бежим! Я боюсь. Еще еды нет. Что-то как-то жесть, нет?
О, это все смерть. Нет, не убивайте меня. Еще сзади зомби или это мелкий сейчас смерчат? Ну быстрее бы уже день наступил. Ищи паук. Блин! Ой, скелет! Ой-ой-ой, нифига метки. Коровы, спасите меня. Блин! Короче, бежим, бежим, куда-нибудь бежим. Ой, яблоко. Нет, не яблоко. Ой, все, это смерть. Блин. Ну, чё так тупо? Почему я дом не построил? Я, кстати, смогу найти свой дом. Но, к сожалению, что-то как-то, слушайте, вообще хардкорно. Дождь вонючий пошел. Ладно, дождь, в принципе, прикольно. Вон там моя смерть, значит, там мой домик. О-о-о. Тяжело. Очень тяжело начинать выживать, когда вообще ничего нету. Так, а сколько метров до 200 метров? В принципе, это не так много. Я просто не хочу сейчас туда идти. Я хочу дождаться. Посмотрите, я что-то нашел. Прям рядом с моим спавном. Может быть, это мне поможет. Это колодец, да? Интересно, туда потом выбраться можно? Давайте я эту соберу. Потому что потом будет. А, это просто... А это что такое? Обтесанная дубовая древесина, дубовая плита. Так, ну это колодец. Ладно, поставим на место, пусть так и будет. Я думал, там вниз, если спуститься в колодец, там будет какой-то... Блин, боже мой, опять зомби этот. Три сердечка сразу. Ужас. Блин, почему в Майнкрафте так быстро ночь наступает? Зато день идет 5 минут, блин. О, еда. Тыква. Так, кстати, я знаю, какова тактика от всех этих зомби. Но если там скелет не придет, просто на самое высокое дерево забирайтесь и сидите до утра там. Ну, конечно, это тупо, но, блин, это, по идее, эффективно, нам реально говорят. Это спасет вашу жизнь. Так, мне его далеко убежать. Ну там. Что за роза? Я думал, там свинья бегает. Блин, это реально вообще страшно как-то. Ну, что-то страшное. Так, а из тыквы я. Он мне не покажет, да, рецепт. Я могу просто сделать семена. Ну, блин, это тупо, типа. Кстати, вон там уже восход солнца. Слушайте, мне немножко осталось, где-то пару минут и. Я вернусь в нормальную жизнь. Я построю себе дом. Кстати, я если сейчас не успею предметы свои собрать, они же исчезнут. Слушайте, что-то я тупанул. А, так, ныряем в озеро вот в это. Тут, кстати, есть другое озеро. Блин! А может быть здесь мод стоит на... Ну, там, я не знаю, обычно какой мод... Ставят, чтобы вещи не потерять. Там, ну, типа, гроб, да? Кстати, там крот был. Вон крот ползет. Или кто это? Крыса? Это крыса! А-а-а, интересно, она, ну, злобная. Да, блин, что это скелет ко мне пристал? Ладно, я пойду свои предметы, постараюсь забрать. Блин, как ты... Господи, тут еще медведь! А-а-а, бежим! Блин, я сейчас опять сдохну. Интересно, тут точки прям все сохраняются, или он просто на последнюю потом сохранит. Давай быстрее. Кстати, уже утро наступило, но знаете, в чем проблема? В том, что... Ого! Ого! Слушайте! Вот это, я не знаю, но если мне повезет, то там может быть хорошее. Но это не точно. Вот это очень опасно. Лаки-блоки здесь есть, мод. Блин, пожалуйста, удача. Ой, сундук. Ну, прикольно. Ну, я что-то другое ожидал. Понимаешь, уже.
Тут, смотрите, есть обсидиан, сундук. Надо запомнить это место. Кстати, недалеко от где я умер. Ну ладно, спасибо хотя бы за бесплатный сундук. Так как мне выбраться? Не, ну слушайте, прикольно, типа, если я еще один такой найду блок, то, ну, лаки блок, там вот мой дом. Там может выпасть меч алмазный или хотя бы железный. Понимаете, да? О, мой труп. Отлично, здесь мод на... Забираем все предметы. Тут даже, смотрите, сохраняет именно не только инвентарь, а что лежало у вас на... Ну, на однерке, на двойке, на тройке, да? Прикольно, прикольно. Три двери откуда-то, непонятно. Интересно, это потом исчезнет, если я подобрал, и он так и будет здесь валяться. Так, что я тут дерево не собрал? Листва прилипло к другому дереву, что ли? Ладно, надо реально домик уже сделать. Сундук поставить сюда, допустим. К примеру, всякие цветы не нужны, саженцы убрать. Дверь мне нужна сейчас будет. И все-таки я пойду покопаю, что ли, дерево. И еда нужна, камень нужен, карта клада. Смотри, я карту клада нашел. Я пока оставлю это на потом. Мне кажется, это интересно. Бумага. Книга животных, тоже не знаю, что с ней делать. Семена пушного цвета. Я думаю, надо тыкву посадить, хоть какая-то еда будет поначалу. Для начала, думаю, это очень даже нормально. Только нужно сделать... Как он делается, да? Мотыгу я найду. И все-таки давайте я меч сделаю хоть какой-то. Ну и все равно будет тяжело без еды, очень тяжело. Да, мне уже, я не могу выжить, потому что... ну ладно, пусть будет так. А как бы тут сделать, не знаю, так что... И тут будет дверь, да? Давайте даже вот так сделаем. А, в смысле? Да, я сейчас умру от голода опять. Что тут как-то проблема с голодом в этом? А, дверь ставим. Так, пока без кнопки, вдруг там кто-то нападет на меня. Нет, я хотел его поставить, а он... Ну ладно, неважно, короче. Такой вот странный дом, да, поначалу. Строим дом. Без окон, без дверей, ну, без двери, точнее. Ну, окно, кстати, можно вот здесь сделать. Слушайте, у меня идея уже снова пришла. Вот так вот. Да, киркой копать окно просто самый идеальный выбор. Ну, пойдет, типа, ну, типа, без окон это вообще то. Это коробка будет, понимаете, да? И надо лестницу, да, наверное, сделать. Не надо. Так, ну, в принципе, неплохо. Сразу выход в воду. Не знаю. Вот так вот будет. Непонятно зачем, но вот так. Такой вот странный дом. Надо крышу сделать, потому что я умру, скорее всего. Топор. Топор. У меня нет топора. Слушайте, надо... Так, это что такое? Семена томатов. Слушайте, можно томаты вырастить. Давайте я сразу и быстренько здесь грядочку импровизированную сделаю. Получается где-то. А, у меня ведра нет. Как же тяжело, когда ничего нет. И, скорее всего, на нее нападут потом, да? А как я ведро-то сделаю? Интересно даже.
Так, давайте томат посадим, пшеницу посадим, пинапл, это у нас, песенка-то была, пинапл, апл, пен, это же этот, забыл, короче, садим его. А, он бесконечно садится, что ли? Или у меня посадилось что-то не то? А, он садится... Слушайте, он, походу, на дерево садится как-то. Или что это, непонятно. Ананас это, да? Ой, этот не ананас. Я забыл, я английский не знаю, так что сорян. Он почему-то не хочет расти. Может, ему какое-то особенное место надо? Ладно, слушайте, мне дерево надо. Во-первых, и еда. Еда я вообще не знаю, где брать. Еда пока что только яблоки, я так понимаю. Если сейчас собирать дерево, то они будут выпадать. И таким образом я себе яблоков на фарму выложу поначалу. Ну, с едой вообще жопа какая-то. Извиняюсь, но это вообще... Я не знаю, что делать с едой. Блин, я уже полчаса играю и все еще ни одного камня не, себе не нашел. Я просто, видите, я не хочу портить ландшафт, понимаете? Есть вот такие люди есть, которые, ну, просто играешь и неохота, чтобы... Ну, есть же пещеры специальные в игре такты, которые созданы для того, чтобы... Так, ну, крышу я, конечно, сделаю стандартную, квадратную. Так, еще мне нужно сделать лестницы. Давайте так, что ли, хотя бы три лестницы. Нет, еще надо, наверное. Этого хватит. Блин, так. Ну, типа вход на чердак, что ли, или как это назвать? Так, что ли, сделать? Я даже не знаю, как делать. Как-то надо немножко симметрично. Так, ну получается, ага. И тут два блока надо было вот этот убрать. Какой-то непонятный дом. Ну, пофиг, короче, вот теперь делаю крышу. Пока что из дерева. Чтобы на меня всякие там пауки не падали сверху. Так, тут два блока. И... Так, что ли, без окна будет. Интересно, они смогут пробраться в эти вот... Блин, слушайте, что-то... Эти там яблоки-то упали, нет? Я там собрал дерево. Вообще ни одного яблока. Блин. Очень долго листва падает. Ну, что-то какой-то немного странный дом. Ну, по крайней мере, это не коробка, понимаете, да? Ну, квадратная вот эта вот. Это, по крайней мере, не коробка. И это уже хорошо. Так, что ли сделать? По крайней мере, это не коробка. Так, подождите. Я сделал вон туда, да? Ну, вот так, что ли, как-то. Ну, и, конечно же, мы делаем здесь. Дерево кончилось. Деревянный такой будет дом. Тут выход на второй этаж, но пока что... Не знаю.
Пусть будет так. Все. Вот такой вот. Блин, я себя убиваю, короче. Сейчас опять ночь, а у меня кровати нет. И дерево. Где мое дерево, чтобы сделать... Блин, что-то слушайте, опять ночь. Что за фигня? Я боюсь. У меня света даже нет. А, я камень не собрал. Семена, книги, я не знаю, зачем я книги. Дверь мне тоже не нужна. У меня есть меч, но толку от этого меча. Еды нет. И вообще все плохо. Пшеница растет очень медленно. Так, это надо собрать. Она растет здесь, непонятно. Так, кстати, тоже наконец-то закончится эту тыкву, нафиг убираем отсюда, садимся вообще нету. Сейчас ко мне сюда криперы всякие придут. Фух, жить между двумя деревьями без света — это, наверное, одно из самых непонятных, что могло произойти вообще. Фух. Там яблоко должно выпасть из... Где такая тишина, что, бля, страшно становится. Так, давайте посмотрим. Тут только саженцы выпали, которые мне вот... У меня их уже миллион. Ну, пожалуйста, дайте хотя бы одно яблоко. Ну, блин. Фух. Пойду я убивать коров. К сожалению, приручать пока не получится. Ой. Там паук. Он же в эту не пролезет. По идее, вот так, но он не должен. Он наверху, вон там. Так, давайте я тут, вроде бы так, да, я помечу здесь домик свой, зеленый цвет, напишем дом. И мне интересно, если я, допустим, если я умру, я все равно появлюсь. Ну ладно, я зато знаю, где мой дом. Я хочу просто сбегать, найти как минимум еды. И как минимум сделать уже себе каменные инструменты, понимаете, да? Потому что, ну, типа, с деревянными. Может пойти паука убить, попробовать. Дерево. Кстати, мне надо сделать сундук побольше. Ну, блин, все, лестницы, я думаю, мне вообще не нужны. Зачем лестницы, непонятно. Так, ну, надо попробовать пойти убить паука. С него, кстати, выпадет, может, нитки, наверное. Что там? Где ты там? Паучище. Это здесь ворчит, ищет. Иди сюда, она на дерево. Ага. Ого! Ты побежал в атаку. А-а-а, я сейчас умру опять. Глаз дали. Ну, его пожарить можно, по идее, но у меня нету печки, нету вообще ничего. Фух. Слушайте, я подожду утро, потому что... Что-то мне страшно. Это моя смерть. Надо, кстати, надо узнать, как удалить точку смерти. Так. Там зомби. В принципе, я цель выполнил свою первую, я сделал дом, понимаете? Хоть какой-то, но это дом.
И здесь уже безопаснее. Нужно еще сделать пол, конечно, потому что, ну, типа, пол из земли. Давайте я тут уже подумал, и, может быть, мы в следующей серии уже продолжим делать пол. И что-то мне это ночью не нравится. Там зомби. Фу, страшно. И я поподробнее тут изучу моды. Тут, по идее, много модов. И, по идее, здесь, если, ну, развиться, я так понимаю, здесь проблем с едой вообще не должно быть. Понимаете, да, просто видите, я только начал. У меня кроме дерева вообще доступа нет. Я сам себе немного усложнил, да, тем, что я не хочу копать пещеру. Знаете почему? Потому что, еще раз вам говорю, это некрасиво, и это портит ландшафт. Я знаю, что, типа, это бред полнейший, но, типа, это игра, да, ты можешь портить хоть где этот ландшафт, хоть как делать. Но, блин, слушайте, вот, вот как игра сделала, так и оставлю, понимаете, да? Ну, сейчас, кстати, не так они агрятся, зомби там были, исчезли. Ладно, давайте я прощаюсь с вами на сегодня. Домик, в принципе, есть. Так что выживать уже будет легче. Я не умру уже точно в следующей серии. Я надеюсь на это. Вот. Ну и я, как бы, на этом с вами прощаюсь. Пишите свой комментарий. Спасибо за просмотр и всем пока.